связи со строительством и ремонтом дороги от микрорайона Олимпийский до горбольницы номер 2 коммунальщики города решили внести изменения в свои планы. Поскольку в этом месте проложены трубы теплоэнерго, то предприятие решило сместить сроки капитального ремонта. Администрация обратилась к нам с просьбой пересмотреть графики проведения ремонтных работ по котельным нашим крупным. Это касается котельной жилищного массива и, естественно, цепляется котельной юго-западного района. Значит, котельная жилищного массива будет остановлен на ремонт через неделю с 27 июня по 10 июля. Котельная юго-западных микрорайонов будет остановлена на ремонт с 11 июля по 24 июля. Это связано с тем, что вот в процессе строительных работ необходимо будет переврезать коллекторы и канализационные, и водо, что неизбежно повлечет отключение горячей воды по технологии нашим жителям города. При этом, несмотря на то, что проблем с теплосетями у нас немало, предприятие обещает уложиться в сроки. А это, как и прежде, не более 2 недель. Очень жесткие сроки, могу сказать. Если вы помните, несколько лет назад остановка горячей воды была всегда на 21 день. Потому что объем работы большой. И поверьте, для того, чтобы уложиться в 2 недели, это нужна очень высокая организация работ и качество выполнения работ. Вы представьте себе, что мы сейчас испытываем магистрали. У нас, если взять, то почти 27 тысяч воды крутится в наших тепловых сетях, магистралях, кубометров. Вот вы представьте, нужно прессовать, выявить порывы, вырезать эти участки, слить воду в большом количестве, как правило, если на магистрали с ремонта идут. Затем отремонтировать, затем заполнить систему, еще раз испытать. И получается, вот это 2 недели, это тютелька в тютельку. Если, не дай бог, еще раз повторная поры, мы уже не укладываемся в эти сроки. Дай бог, такого не было, я думаю, не будем.